Всем привет! Это Майл, и вы на канале Майл Медиа. Это мой папа. Всем привет! Сегодня у нас вот челлендж, что есть челлендж с едой. Красная еда против зеленой! Майл, расскажи, какие правила? Сегодня на ужин мы будем есть еду одного цвета, красного или зеленого. Для начала выберем цвет. У нас есть мишень красного и зеленого цвета. Кидаем дротик по одному разу и посмотрим, какой цвет кому выпадет. Так, кто первый кидает? И я! Держи, готов? Да. 3, 2, 1. Кажется, зеленый, мой любимый цвет. Посмотрим. Да, зеленый. Теперь твоя очередь, держи дротик. Так, посмотрим, какой мне выпадет. Если мне выпадет зеленый, будем переигрывать. 3, 2, 1. Старт! Красный! Точно, красный. Все, мой красный. Так, ты покупаешь продукты зеленого цвета. А ты красного. Пошли. Скорее. Майл, начинается самое интересное. Посмотрим, кто выберет продукты получше. У тебя какой цвет? Зеленый. Зеленый, у меня красный. Встретимся здесь через полчаса. Давай. Готов? Сейчас я постараюсь найти очень зеленые продукты и хорошие. Но это очень трудно найти, потому что зеленых продуктов маловато. Но я постараюсь очень найти посмотрим, очень хорошие продукты. Что есть из красного в отделе фруктов. Можно взять гранаты, но я все-таки, наверное, возьму классический фрукт яблочки. Нужно покрасивее взять. Вот эти подойдут, да? Они даже с наклейкой такие. Все, пошли. Так, зеленого я здесь нашел, вот авокадо, вот оно. Возьму вот помягче, вот такое, хорошее, видите, да? Посмотрим, что есть в этом отделе. О, вот я вижу зеленые, что-то зеленое. А, вот, это тыквенные семечки, папа очень их любит, ему, наверное, это понравится. Беру. О, вот эта колбаса должна быть внутри красная, попробуем ее нарезать. Пожалуйста. Спасибо. Вот это самая настоящая красная колбаса. Плюс один. Вот я очень люблю сушеные водоросли или просто водоросли. И вот я нашел вот такую морскую капусту сушеную. Бледно-зеленая. Ну, папе она очень понравилась, он ее так любит. Класс, по-настоящему красные помидорчики. Я обожаю эти помидоры, особенно в салате. Будет вкусный ужин у нас. Я здесь был в отделе суши, искал что-то зеленое и нашел только вот такие васаби. Вот я хочу папе поострее что-то и возьму 3 васаби. Найду наверняка что-то на десерт. Красный цвет, вот такое желе. Для десерта высший класс. Берем. Вот, смотрите, какой зеленый сыр бывает. Я его хочу взять, но нужно найти без красного и без желтого сыра. Только отдельно зеленый сыр. Вот, смотрите, я нашел вот зеленый, как раз уже нарезанный, прямо для меня. Интересно, мой папа любит зеленый сыр? Ну, проверим, когда он его попробует. Красные макароны подойдет. Вот такие макароны я купил. Цвет, конечно, ближе к розовому, но условия челленджа соблюдены. Ой, смотрите, какие здесь оливки. Они такие зеленые. Встречала их раз в жизни такие зеленые. Папе они точно очень понравятся. Так, посмотрим красный напиток. Можно сказать, это красный цвет, да? Наверное, будет что-то вкусное. С семенами базилика. Попробуем. Пошли. Смотрите, я нашел здесь фреш мохито лайм напиток. Я не знаю, все родители неравнодушны к таким зеленым всяким. Они говорят, что они очень вредные и плохие. Но посмотрим, как отнесется к этому напитку мой папа. Берем вот такой горох. Я его очень люблю, и папа его очень любит. Зелененький такой. Ладно, берем. Ну, мы здесь уже почти все набрали, и уже будем готовы ехать домой. Майл, ну как тебе поход в магазин? Было очень интересно. У тебя все получилось? Конечно, а у тебя? У меня красный цвет был достаточно легкий. А мне зеленый сложновато. Сложновато, да? Да. Ну ты все купил? Да, конечно. Я сегодня покушаю? Наверное, да. Вкусно? Да, а я? Посмотрим, чем ты меня накормишь. Я тебе классный сюрприз подготовил. Да? Не буду говорить, что это десерт или это основное блюдо, но увидишь, прикольно. Откроем? Давай. Посмотрим, что мы сегодня будем кушать. На счет 3. Раз, два, три. Вау!
Посмотрим, что здесь. Смотри, ух ты. Так, ты мне и попить приготовил, да? Ты мне тоже. И овощи, и сладкое. Угу. Посмотрим, что у тебя. Так, ну у меня помидоры черри. Вот напиток еще какой-то, не знаю, впервые сегодня попробую на ужин. Это у меня желе, яблоко, еще макароны мои любимые и колбаска. Обожаю ее. Самая классная красная колбаска, да? Угу. Смотрим, что у меня. Давай. Так, ну, мохито я люблю. Угу. Зелененький напиток. Запью, посмотрим, что я буду запивать этим мохито. Васаби. Буду есть васаби, запивать мохито, да? Так, моя любимая авокадо. Я обожаю авокадо. Люблю покушать авокадо. Чипсы классные. Это такие веганские типа чипсы, да? Зеленые. Супер конфеты. Тоже авокадо, да? Конфета авокадо. Тыквенные семечки. Я люблю тыквенные семечки. Очень полезно. Даже больше люблю, чем обычные семечки. Оливки. Смотри, сколько всего у нас такого маслянистого, да? Горошек. Можно немножко горошка добавить. И зеленый сыр какой. Попробуем зеленый сыр. Я, наверное, начну с моей обожаемой колбасы. На первое, да? Потом помидоры, потом... Мясо, салат, да? Как бы колбаса, салат. Потом, наверное, напиток, потом яблоко, потом желе. А ты видел, какой напиток здесь? Угу. А смотри, с чем он? Что вот это плавает? Он с базиликом. А, с базиликом. Семена базилика, да. Посмотрим, да? Дашь попробовать? Нет, я тоже хочу попробовать. А ты мне мохито. Хорошо. Я проголодался. Я тоже. Я уже хочу покушать. Я начну с сыра. А я с колбасы. Смотри, какой. Да? Так. Четыре. Я попробую сыр. Зеленый. Красное. А я теперь налью себе попить, пожалуй, Майл. Да и я тоже. У меня мохито. Что-то с базиликом клубничное. Ну, немножко он не совсем зеленый вот тут. Больше пластика зеленого здесь, да? Да. На бутылке, чем... Но знаешь, это хорошо, потому что там меньше красителя. Лайм настоящий. Смотри, тут даже плавает лайм внутри, видишь? Там лайм, еще мята должна быть, да? Получается? Давай, я помогу тебе. Эй! Спасибо. Кумайло. Наливаем. Семена, видишь, какие? Вот. Ну, что-то прикольное, знаешь, прикольно. И вот горьковатость дает базилик. А я посмотрю, что здесь за чипсы из морской. Смотри, какие листики тут. Я их много раз уже ел. Ну, сейчас вспомню вкус. Пикантные. А я открою помидорчики. Помидорка. Попробуешь васаби? Угу. Я вилкой. О! Запивай красным напитком. Да. У меня здесь горошек. Угу. Мне нужна ложка. Зеленый горошек, я думаю, все ели. Да. Так что. Он не удивительный. Да. Зеленого цвета. Открою. Точнее, разрежу. Авокадо. Вау. Умеешь разрезать? Смотри, вдоль разрезаешь. Угу. Вот так. Так, и так, смотри. А теперь нужно повернуть. Класс. И открыть. А еще есть секрет, как вытащить эту косточку, знаешь как? А, да? И поворачиваешь. А-а-а. Смотри, какой спелый. Угу. Зеленый авокадо. Я поел сыр, васаби, чипсы, горошек. Я теперь открываю, одну оливочку съем. Они именно такого зеленого-зеленого цвета. Смотри, угу. Смотри, как прямо как авокадо. Тоже так подумал? Я тоже так подумал, как тебе начал брать. Угу. Супер. Обожаю оливки. Семечки не попробовал. А я ем яблоко. Семечки. Давай, я с тобой тоже поделюсь. Давай. Семечками. Бери. О, я колбаску не ел. Давай. А я сырок. Угу. Бери. Так, вот они, семечки. На тебе парочку. Мне осталось только конфета. Тебе что осталось? Десерт? Переходим. Я уже и десерт. А, у тебя двойной десерт. У тебя макароны есть и желе. У меня и так еще пососить. Теперь пробую. Спасибо. Конфету. Пробую конфету. И приступлю к желе. Смотри, какая зеленая конфета. Авокадо. Вот он наш авокадо. Вот так. А вот конфета. Еще вот косточку вставь, и прям будет оттуда. Да, все, вот. Видишь? Авокадо и конфета. Все, я сейчас все это запью еще
классным напитком мы. А я приступаю к желе. Так ты еще не ел. Давай, давай. Вот так. Красное желе. Какое вкусное ты мне желе купил. Я его так люблю. Красное, да? Ага. Одну ложечку. Оно даже полезное. Время открывать макароны. Я их так люблю, они такие сладкие, красные. И их родина во Франции. Хочешь одну? Да, хочу попробовать, конечно. Давай. Это мы пахнет, да? Классно? Слушай, а давай, если мы наберем очень много лайков, то в следующем видео снимем только со сладостями. Тоже двух цветов, да? Да. Хорошо, не забываем ставить лайки. И, конечно же, подписываться. Обожаю вообще макароны. Знаешь, из чего делаются они? Из теста. Из теста какого, помнишь? Орех, орех. Какой орех? Какой орех? Миндаль. А, миндаль. Ну, что-то знакомый. Вкус супер. Это самые лучшие макароны, наверное, в Москве. А сейчас скажу вам самое главное. Под видео будет ссылка, в которой вы можете проголосовать, какой уже вам больше понравился, зеленый или красный. Подписываемся на канал. Жмем колокольчик. Пока! Красно-зеленый челлендж! Красно-зеленый челлендж!